Я просто представляю, мечта моя. Здесь. Я утром добежала, выкупалась, пошла на работу. Вечером. Бассейн прямо под окнами, зеленый парк и огромная площадь для прогулок. Так Елена описывает сквер мечты, который хочет видеть в своем районе. И решение уже принято. Вместо пустыря на Водопьяного наконец-то появится ухоженное пространство. Мы очень рады, что вот этот болезненный вопрос, да, который вот многие уже года вот это решается, благоустройство, наконец-то подходит к какому-то логическому концу, да, приходит какое-то решение. Проводили опросы, мнения разнообразные, нужна спортивная зона, нужна зона отдыха. Сейчас жители Северного делятся своими идеями. Для этого созданы специальные чаты в мессенджерах, проводятся опросы. Пожелания могут высказать все красноярцы, направив их в районную администрацию. Я хотела, чтобы здесь был фонтан, чтобы здесь были лавочки, чтобы здесь катались дети. Я живу вот в этом районе, одна остановка отсюда, поликлиника. Так что нам парк очень нужен. Очень далеко идти до парков, и поэтому, если будет здесь сквер, это будет круто. А еще там клещи и вот это вот заросли травы уже надоели. А я там каждый день прохожу до работы, это вообще... В администрации говорят, что благоустроить эту территорию планировали уже несколько лет. С первого дня, когда пришел в советский район, услышал много об этом, как об этой территории, и появилась мечта эту территорию привести в порядок. Вот, я так понимаю, что многие до меня это пытались сделать, но сейчас я надеюсь, что совместно мы это приведем в порядок. Уже на сегодняшний момент выделены 1,3 миллиона рублей. На основе всех пожеланий жителей в этом году сделают проект сквера, а уже в следующем здесь начнутся работы. Антон Тишаков, Иван Дорофеев, Енисей, Новости.